И в завершении выпуска. Российская сборная на зимние Олимпийские игры 2018 не едет. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Наших спортсменов допустят до участия только в статусе «Олимпийский спортсмен из России» под нейтральным флагом, без гимна и формы. Как к этому относятся люберчане, узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Свободный микрофон». Я считаю, это унижение нашей страны, прежде всего. Ну, я думаю, что, конечно, это безобразие. Я считаю, что наши спортсмены должны выступать непременно в Олимпийских играх. И я не думаю, что то, в чем их обвиняют, это реальность. То проблема чиновников – это проблема чиновников. Спортсмены не должны страдать из-за политики. Те, кто допинг принимал, должны быть наказаны, безусловно. Но всех сметать из-за каких-то частных случаев не стоит. Я не знаю, что вам ответить, потому что... Но жалко наших спортсменов. Они всегда добиваются своего сами. Ну да, это все ерунда. Ну, вопрос такой серьезный. Я, конечно, за свою страну очень переживаю. И очень хочется, чтобы это все разрешилось в нашу пользу. Чтобы все-таки спортсмены – это люди, которые огромные усилия затрачивают. Вот, и чтобы их, в общем-то, не обижали. Я думаю, политика – дело грязное. И мне кажется, что все-таки Олимпийские игры – это игры мира. И при чем тут политика? Спорт – это мир. Вы же слышали, что некоторым спортсменам разрешили под нейтральным флагом выступать. Ну, я тоже понимаю людей, которые 4 года тренировались, им хочется показать себя. Ну, это сложный вопрос. Каждый решает за себя. Я думаю, что каждый спортсмен должен сам решать, нормально для него это или нет. Наши спортсмены должны только под гимном, только под нашим флагом выступать. Ребят, которые старались действительно, это плохо. И, наверное, если мы сможем на конце выйти со своим флагом, то надо что-то придумать такое, чтобы произвело впечатление. Вот это будет хорошо. Должны выступать все спортсмены именно под флагом Российской Федерации. Потому что мы Россия. Мы должны выступать под своим флагом, а не под олимпийским флагом. Это, я считаю, ну как-то некорректно даже по отношению к нашим спортсменам. Олимпийский спорт, он в первую очередь сплачивает между собой государство, понимаете? Государство, а не отдельных спортсменов, понимаете? Вот на этом уровне нужно и соревноваться. А сейчас поедут отдельные личности и все остальное. Государство затратило огромные средства, а сейчас отдельные спортсмены будут соревноваться между собой. Ну, я считаю, это неправильно. Все-таки как бы честь Родины, она в любом случае присутствует в каждом русском человеке. Ну, а там уже каждый сам решает. Многие спортивные и государственные деятели уже высказались по этому поводу. Подавляющее большинство считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпийские игры 2018 под нейтральным флагом и побеждать. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.